девочка, которая покончила с суицидом, такого, говорится, и было. Она хотела выйти замуж, но так как она несовершеннолетняя, в итоге вот такая ситуация произошла. Все равно факты. В последнее время вот эти все без вести пропавшие девочки попадают в такую ситуацию. Знакомятся с лицами, потом на добровольных началах переспят с ними, и потом получается вот такое у нас происшествие в итоге. Конечно, вступление сексуальное, это влечет за собой ответственность с несовершеннолетними, поэтому никто не останется не безнаказанным. Но очень много фактов.